И возвращаемся к теме совещания рабочей группы, которая сегодня состоялась в парламенте. Напомню, обсуждали законопроект об ипотечном кредитовании. Проблема обретения крыши над головой для жителей нашей республики одна из самых злободневных. Купить жилье человеку со среднестатистическим доходом достаточно сложно. Ипотека – один из выходов. Если обсуждаемый законопроект будет принят, то 8 категориям граждан, членам молодых семей, матерям-одиночкам, работникам образования, здравоохранения, культуры и другим будет оказываться помощь в погашении первоначального взноса ипотечного кредита. Решить жилищную проблему полностью, даже по принятии этого закона, не получится, признают депутаты. Это лишь будет способствовать частичному устранению проблемы нехватки жилья и расширит поле деятельности для других отраслей экономики. При ипотечном жилищном кредите. Надо строить жилье. Да. А чтобы строить жилье, надо кирпич, надо загрузить строительные организации, надо доставать негодный материал. Это создается руками наших рабочих. Соответственно, увеличивается поле деятельности наших граждан.